ты по башке получай. И ты по башке. Ты вздумала меня кусать, что ли? Я тебе сейчас покусаю. Я тебе сама бошку откушу. Ты в курсе вообще, что я самая могущественная фея в этом городе? Да-да. А ты что стоишь? Помогай, у меня ничего не получается. Они не сдыхают. Сейчас я вас всех тут пококаю и все. И даже никто слова мне потом не скажет. Да вы, может, поможете мне уже или нет? А сейчас палочка реально сломается. Я их чем, ногами, что ли, буду бить? Слушай, подойди сюда на секунду, Дуримонда. А я тебе в предыдущей серии вот эту другую палочку верховного мага на кой черт дал? Чтобы она у тебя просто так в кармане, что ли, лежала? Может, ты ее достанешь? И может, ты ею воспользуешься наконец-то? Точно, ну-ка отойдите все, отойдите, сейчас я всем раздам. Вот про нее я и говорю, просто тыкни там вот это, куда хочешь, и оно все заработает, давай! Так, подходим и целимся. Ой. Ну вот! Одного уже запердохало! Подожди, ну-ка, это что так быстро работает? А что ж вы мне сразу-то не сказали, ребята, вы чё? Так, а сейчас идем за мной, я вам покажу мастер-класс. Правда, не знаю, как это работает, но что-то должно получиться. О, нифига, вы видели это? Град какой-то призвала. Так, ну ладно. Ну как еще вот этих тогда двоих? Я тебе даже помогать не буду. И мы пройдем уже наконец-то туда в центр, где что-то находится. Кузнец, вот это, не будь, пожалуйста, бесполезным куском ходячего мяса. Вот это, топор в руку возьми и фигать уже вот этих. Фиг его, стой, кого, кто это вообще такие? Ты, Кать, давай, продолжай убивать их. О, наконец-то, спасибо, помогли хотя бы, хоть чуть-чуть. Аккуратно, ты куда побежала? Тихо, надо с расстояния, ребята. Тебе по башке, а сейчас ужу. А меня-то ты зачем заморозила, а? Тут что-то еще есть. Ну-ка, отойди, я справлюсь сама. Это кузнец! Выкинь пожрать мне, если у тебя есть что. Потому что у меня одно сердечко осталось, а их тут еще столько, то ж с ума сойти просто можно. Поберегись! Давай, Катюшка, фигать своим заклинанием. Давай, всех, сзади тебя, давай. Тихо, убивайте, помогайте. Давай, кузнец, еду мне выброси, давай, быстро мне вот это, восстановиться надо, так, аккуратно. О, ребята, я тут без вас не справлюсь. Заходи сюда внутрь, так, а вот здесь их слишком много, вот этот здесь, я разберусь со всеми. Уши закройте на секундочку, сейчас все будет. Мое самое сильное заклинание! И вам вот эти по башке то же самое, вот так вот заколебали вот эти цветы уже, вот это, и когти вот это, когти хотя бы вот это, вот, молодец. Так, ну чё, можно сказать то, что практически со всеми уже разобрались, вот еще три штуки остались, ну ладно, пускай они там будут. А вот это вот что за фигня, которую я как раз таки издалека увидел, что это за подиум какой-то, не могу понять, а? Сам ты подиум, это трон. И походу этот трон будет моим. Это еще почему? Ты-то тут при чем к этому трону? И почему вот этот трон находится где-то посередине каких-то болот? Я вот это реально понять не могу никак. Вот ты знаешь, чей это трон? Ну я не знаю, а ты знаешь, чей? Нет, значит, он ничейный. Значит, будет моим. Он мне как раз по размеру. Так, я тут, короче, буду тогда строить свой город, раз я уже такая волшебница. Здесь у меня будет небольшой замок такой возле болота. Здесь я посажу охрану, чтобы ко мне никто не пробрался. Так, ну отойди, мешаешь фантазировать. Отойди, пожалуйста. Это я перекрашу в другой цвет, розовый уже не в моде. Так. А может, ты фигней страдать не будешь, и мы дальше отправимся на поиски вот этой феечки, а? Рядом с собой поставлю двух девочек, будут охранять мой трон. Так, там я уже про охрану говорила. Из чего вообще этот трон сделан, а? Красный цвет какой-то тоже некрасивый. Надо будет перекрасить. Ты куда расфантазировалась, я понять не могу, но у нас совершенно другое задание здесь, на этих болотах, Кать, мы за феечкой сюда пришли. И, кстати, если вы вдруг не заметили, а вот это вот день с ночью больше не переключается почему-то, уже только одна сплошная ночь.
Кузнец, будешь на меня работать? Если что, я могу тебе в своем городе местечко выделить. Будешь у меня в охране работать. Или, я не знаю, будешь кузнецом работать мне. Моим личным кузнецом. Да а? Не твой это трон! Я тебе еще раз говорю! Если какой-то, вот это, если кресло, если какой-то трон находится посередине болота, то он 100% чей-то. Ты можешь это понять, Кать? Он мой! Конечно, чей-то мой! Так, все, так, тихо, не мешай. Ай, алмазы эти какие-то потрепанные жизнью, нужно будет их заменить. Вот, кстати, кузнец, тебе новая работа. Заменишь на изумруды или алмазы. Так, сейчас, вот цветы еще какие-то не такие. Не нравятся они мне, выкину их вот сюда, посажу. Вот этот рукой, это сюда, этот вот это сюда. Угу. А вот цветы, которые ты сейчас куда-то пересадила, обратно возьми и поставь туда, где они стояли. И жопу свою подними из этого трона. И сюда быстро давай подойди. Я же тебе с самого начала сказал, если какое-то кресло посередине болота стоит, оно должно быть чье-то. А не просто так же оно здесь находится. Слушай, тут никого нет, когда мы пришли. Логично, значит, оно ничейное. Значит, будет моим. Отстань, пожалуйста, от меня уже, а? Ну так ты вот это, ты голову наверх подними и посмотри, кто там находится. О, это что за пчелка тут летает? Так это не пчелка, это как раз-таки та самая, ради которой мы сюда пришли. Подойди сюда, Катюха, пока не поздно, я тебя прошу, ко мне сюда подойди, давай быстро, это ее место. И походу она здесь живет на этом болоте, эта феечка. Сюда, на одну минуту, мы сюда пришли буквально на одну минуту, чтобы с тобой поговорить, просто отменить мое последнее загаданное желание. Я от него отрекаюсь полностью. Я не хочу, чтобы оно было. Я хочу, чтобы солнце обратно показалось на небе. А то меня эта ночь уже достала прям до конца. Слышь, ты, насекомое, тебя тут по-человечески просят. Ты что игнорируешь-то, а? У тебя сейчас голова закружится. И улетела. Она какая-то невоспитанная. Вот ее просишь, да, вроде как бы просишь, и взяла и улетела. Слушай, с одной стороны, ну мое же было третье желание, да? Если я хочу его отменить, почему она его отменить не может, а? Я не знаю, давайте за ней побежали скорее, пока она совсем из виду не ушла. Значит, побежали, давайте быстро туда! За ней давай, Катюха, отбивайся вот от этих растений. Она вроде куда-то вот сюда побежала. Аккуратно через воду перепрыгиваем в воду. Не падаем, и ты упала, да? Зачем эти лилии для кого-то придумали? Можно ж переплыть. Вражеский монстр какой-то. Так, она вроде как полетела. Она же вот сюда, в эту сторону летела. Так, ищите ее под каждым деревом, под каждым, вон, какие-то грибочки тут. Ищите быстро. Сюда, 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 сюда. Она точно вот сюда летела. Так, кузнец, наша с тобой задача, и с тобой, Катюха, тоже найти вот эту феечку, которая прилетела куда-то вот сюда. Только прям фиг его знает, где она прям сейчас находится. Под каждым грибом, кузнец, смотри. Она может быть везде, где угодно. Она, походу, вот это, в игрушки какие-то играть любит и прячется везде, где только можно. Так, ну в доме ее нет, под грибами ее нет. Здесь какой-то крест или что это за фигня. Здесь ее тоже нет. Ты, Катюха, нашла хотя бы что-то или что? Ты посмотри, какие бусинки хорошие стоят. Ты посмотри, какие пупсики миленькие. Пути-пути-пути. Ты сейчас про кого? Смотри, стоят грибочечки, улыбаются. Ты что за няшки? А чё ж я вас, чупакабры, с самого начала не заметил? Ты это... подальше от них отойди. Мы, походу, сами не в тот район забрели. Кать, они вообще не няшки. Говняшки, скорее всего. А вот это, они няшки. Я помню ту серию, когда мы с кузнецом с ними сражались. Отойди от них подальше. Да ты чё, они милые. Как они могут быть вообще враждебными? Ты чё, ну смотри, я даже погладить их могу. Смотри, вот. Он мне ничего не сделает сейчас. Смотри, видишь, все же хорошо. Ну. Эй, вы чё? Вы чё, я же вас няшками называла, вы чё? Отойдите от меня!
Эй! Да не стой, ты помогите мне! Я тебе сразу сказал, что они говняшки, а не няшки. Так, ладно, дальше ищи, ищи дальше, ищи дальше эту дуфечку. Отойдите! Под грибами или... Да ты... Ага! То есть ты сначала их няшками называла, а сейчас убиваешь их или что? Где моя палочка? Где моя палочка? Так, 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 так. Че, за мной бежите? И так вот вам всем. Ага, теперь ледяной луч. Да не нужен уже никакой ледяной луч, ты их всех уже перефигачила, да все, успокойся, Кать! Нужен ледяной луч, чтобы все там сдохли! Да не так уже все сдохли! Че ж ты мне сразу-то не сказал, что они злые, как черти-то, а? Я тебе сразу и сказал, что они злые, как черти, потому что я помню, когда мы с кузнецом с ними сражались, так? Нифига себе заклинание, дай палочку обратно, я тоже такое хочу! А, все, надо было себе раньше ее оставлять, все, это мое. Я в душе не чаю, куда она улетела. Мне кажется, куда-то совершенно в другое место, потому что здесь ее не. За ней, бегом, за ней, пока не совсем не пропала. Да как я за ней-то побегу, если она обратно туда, кузнец, нет, вставай давай. Она обратно туда полетела к этому, к своему трону. А она как... над нами издевается. Аккуратно, в воду, не падаем, в воду, вот сюда бежим, в центр. Так, опять ты здесь, Чупакабра, на секунду, я тебя умоляю. Просто спустись на секунду сюда вниз и поговори с нами. Все, что нужно, чтобы ты сделала, вот сюда, к своему трону. Я же кокну ее. Да не надо ее кокать, ты ее не сможешь кокнуть. Это фея, она бессмертная, походу. Я тоже фея, у меня палочка есть. Одна минута, пожалуйста, 60 секунд. Мне просто нужно кое-что у тебя попросить. Я тебя умоляю, просто спустись. Все. Стой на месте. О, портал. Погнали быстрее, пока портал не исчез, а? Ай, ждать вас еще. Куда? Да едрит ты колотить, опять она нифига не сюда. Почему? Ну как, каждый раз, ну вот зачем в незнакомые вещи просто брать и заходить, а? Ладно, кузнец, если другого варианта у нас нет, значит надо заходить внутрь и смотреть, куда улетела эта феечка. Прыгай! Дай прыгай, я за тобой! И внутрь! Как тебе туда занесло-то, печка? Сними его быстро! Давай же! Давай! А ты куда нас заточила, эта муха навозная? Кузнец! Чё происходит? Ты снять его-то можешь или не можешь, Кать? Нет, ты же видишь, я не дотягиваюсь до него. Сраная феечка. Так, ладно. Отойди в сторону. Здорово. Кузнец, ты там аккуратней, сейчас будет, наверное, больно. Живой? Не живой? Связали тебя с собаки! Так, ты! Беги за феечкой, Катя! Беги за феечкой! Сейчас я кузнеца развяжу! Чё с тобой эта сраная фея сделала? Всё! Развяжу! Всё! Побежал за феечкой! Вы тут извините! Всё, до свидания! Ну обратно в портал давайте, так как прыгаем! Побежали! Так! Стой на месте! Не шевелись даже! На месте! Я сказал! На месте! Стой! Вот там, где сидишь, вот там и сиди! Даже не вздумай никуда рыпаться! У нас к тебе есть серьезный разговор! А ты еще кто такая, а? Где фея? А вы что думали, что я всегда маленькая и миленькая? Нет, у меня очень много обличий.
Да вообще без разницы, хоть в слона превратись, мне вообще без разницы. Фея есть фея. Все, мое последнее, третье желание было какое-то прям лишнее. Я не думал то, что если я тебя попрошу вот это убить бога солнца, то солнца больше никогда не будет. Я тебя умоляю, просто отмени его. Отмени третье желание и верни обратно солнце. Ну я же тебя предупреждала, что у каждого желания есть своя цена. Офигеть, цена! Цена чего? Апокалипсиса, конца света? Да я не думал, то, что такое произойдет. Желание же можно отменить. Я же не новое желание загадываю. Отменяю старое. Просто его отмени. Я уже не знаю, как с ней говорить-то. К сожалению, от меня уже ничего не зависит. Твое желание я отменить не смогу. Так, все, не натруждайся, я с ней поговорю. Значит так, вставай с своего трона, точнее, с моего трона, и сюда подходи, и мы с тобой поговорим, как настоящая баба с бабой, поняла? Так, давай, значит, моего мужика желание отменяй быстро. И все, и мы с тобой по-хорошему разойдемся. Вон тебя люди по-человечески попросили, а ты как курица себя ведешь, а? Ты что, курица, что ли? А тебя, твой ротик, открывать вообще не просили. Ну не, пацаны, это драка. На, сейчас почувствуешь всю мою мощь. Получай, ты думаешь, ты одна фея в этом городе? Я тоже фея. На тебе, на, держи, получай. Ну, я тебя предупреждала. Катя! Ты чё, курица, собака с этой, с моей курицей, в смысле, с Катей, курицу с... Катя! Так. Ну, я сюда пришёл попросить отменить моё желание, но сейчас, походу, придётся... Два желания отменять. А ты можешь ее обратно в человека преврати ее, курица, а потом отмени мое желание. Что сделано, то сделано. Да как так-то? А вообще, твоя девушка курица. Ну как бы да, с этим сейчас даже не поспоришь. Вот тебе надо было на нее быковать! Вот тебе надо было на нее быковать! Я ж тебе сказал, я говорил тебе то, что трон-то не твой трон, Катя! Вот что ты на чужие хоромы рот раскрываешь? Так, ладно. Вот сейчас мы точно в жопе глубокой и прямо вот это... Кузнец, вот ты молчишь всю серию, да? Может, ты нам сейчас тогда хотя бы скажешь, а? А что нам делать? Ну, в твоем случае, искать новую бабу, что ли? Ну, ты бы такие слова не говорил про новую бабу при моей старой бабе. Хоть она как бы уже и не баба, хоть она уже и вот эта курица. Чё ж мы с тобой, кузнец, наделали-то, а? Да успокойся ты, Катя, ну кузнец дурак, ну обозвал тебя, обозвал, хватит вот это клевать всех подряд, а?